Один.
огромные предприятия, беспошлинная торговля с Россией. И стало, конечно, потрясающая совершенно интеграция и с военной точки зрения, и с точки зрения экономической. Сумела духовно найти для мысли о крещении, и вот причем еще все что очень важно. Тех князей языческих царей, которые крестили московские императоры, что они становились прославлены за них. Тоже все же самое, что сделали прославленные. Дим, Коль, извините, пожалуйста. Ну вот здесь, у князя Владимира, рассказывали, как здесь можно углубляться на и очень важно, что новые учителя, которые Дочери Ярослава Мудрого и сыновья его выходили замуж и женились
на детях европейских государей. Это вот закон, русское право. Да, что может читать, пройти. И вот Анна Ярославна, знаменитая дочь Ярослава Мудрого, которая вышла замуж за Генриха французского, была единственной грамотной женщиной во Франции. Единственным грамотным человеком в королевском дворце. И подписывала за него указы все королевские. И когда она приехала туда, она взяла с собой библиотеку и папочке писала, что насколько ей там тяжело. Во-первых, народ малограмотный, тяжело общаться с французами. А второе, она в ужасе была от того, что они не могут. Она принимала водные процедуры в одну веру, как ее положено просто, да? А здесь она говорит, вообще не может садить. И вот она привезла свою библиотеку, и в том числе Евангелие, на славянском языке, естественно. И это Евангелие имеет особую историю. Когда умерла Анна Ивановна, это Евангелие осталось. Французы, естественно, по-славянски читать не умели, но знали, что это священная книга какая-то особая. Через некоторое время, понимая, что прочесть ее невозможно, они назвали эту книгу книгой ангелов, что она написана на английском языке, читать ее прочесть ее могут только ангелы. Но французские короли на ней принимали присягу верности Франции. И когда в 1716 году Петр I приехал во Францию, ему, как великую святыню, показали эту книгу, сказали, это книга ангелов, никто из людей ее прочесть не может. Петр I открыл и начал читать, говорит, что значит никто из людей прочесть не может, даже Евангелие, что ты читать-то? Вот такая вот история. Сейчас наш президент был тогда во Франции на юбилее схватческих отношений между Россией и Францией, он копию этой книжки подарил Макрону. Да, она становится все более и более таким тяжелым городом, в смысле интриги, неэффективные управления, множество проблем. И вот Андрей Боголюбский приезжает из Киева, основывает Владимира, новый город, а тут идет Москва, кстати сказать. Маленький маленький. Да. Ну, вот это интересно, если не чем-то не видно, может, это достаточно история.
общем, мы видим, что ничего не нравится. Часть вашей истории, часть вашей культуры. А здесь, вот посмотрите, вот единственная действительно аутентичная фраза этого места. Кто на нашей зоне смешает айфон, как сейчас погибнет, это не слишком. Да, не в силе Бог на правде тоже. А вот единственное его фраза, 30 оборотов назад, я думаю, здесь как раз. Ну, поэтому мы ее слышу, чтобы он понял, хорошо. Понял. Все, ходи. Окей. Сумочка была. Ну, потом расскажу. Можно делать, вот есть, ну, конечно, надо крепость.
Thank you.
вы можете.